красивые ноги, вытянутые носки и, конечно же, ровные спинки. 5 дней в неделю здесь тренируются лучшие синхронистки Красноярска. Сначала на суше, а потом и в воде. Синхронное плавание входит такой предмет, как художественная гимнастика, наряду с еще остальными другими. И вот все, что касается художественной гимнастики, этим занимаюсь с детьми я. То есть здесь, чтобы была ровная, красивая спина, красивые ноги, ровные, стройные, красиво тянулся носок. То есть, чтобы дети чувствовали себя, гармонию своего тела, чувствовали красоту тела и умели владеть им. В начале каждой тренировки красноярские русалки разминаются, садятся на шпагат и выполняют упражнения на растяжку. Она в этом виде спорта очень важна. 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7. Только после таких упражнений девочкам разрешают опуститься в воду. Для того, чтобы сборная Красноярска по синхронному плаванию была в форме, с девочками занимаются тренеры. Всего их 11. Среди них и Дмитрий Тарасов, президент Федерации синхронного плавания Красноярского края. Фактурность, работоспособность, мотивация занятий. Ну, естественно, как бы... Родители детей должны работать вместе с тренером, помочь, потому что девочки все-таки в возрасте, в младшем, имеют предрасположенность. Хочу тренироваться, не хочу. Если родители помогают в этом отношении. Сейчас сборная Красноярска по синхронному плаванию входит в четверку лучших в нашей стране. Девочки уступают лишь командам из Москвы, Питера и сборной Татарстана. Есть такие девочки, вот, которые в этом году стали у нас принцессами Волги в своих возрастных категориях. Это Дунаева Виолетта в возрасте 12 и моложе, и Михалина Полина в возрасте 13-15 лет. Как бы вот основные вот дети, которые мы бы хотели, чтобы они попали у нас в сборную России. А вот и те самые звездочки – Полина Михалина и Виолетта Дунаева. Синхронное плавание для них такая же часть жизни, как занятия в школе. Поэтому так много у девчонок историй, связанных с водой. Один раз на Тарексеевну, да, бросили в воду. Когда Олеся Дмитриевна, дочка ее, выполнила мастера спорта, ее в воду скинули. Традиция такая. Ну, спасали ее. Не только держаться на воде, но и выполнять гимнастические упражнения. Для меня, как для человека, который не умеет плавать, это просто фантастика. Но оказывается, есть несколько хитрых предметов, которые помогают русалкам дышать под водой. Вот эта досточка, мы плаваем, в руках держим, значит, на ногах плаваем. Если в ноги вот так делаем, то значит на руках плаваем. А вот эта прищепка, это... чтобы вода в нос не попадала, вот. Зажим. Это мы так под водой делаем. Синхронное плавание – одно из самых красивых видов спорта. И с этим вряд ли кто-то поспорит.